Притон со сказочным названием «Дюймовочка» располагался в одной из жилых квартир обычного дома по улице Менделеева. Отсюда девушки прямиком направлялись по адресам клиентов. Зарабатывать незаконным способом мужчина начал в 2013 году. Для этого нанял двух девушек, приобрел им новые сим-карты, провел рекламную акцию среди знакомых и начал бизнес. Жрицы любви выезжали клиентам для оказания им интимных услуг. Но продлилось все недолго. Полиция притон обнаружила, и бизнесмену пришлось предстать перед судом. Свою вину подсудимый признал, сообщив, что раскаивается в содеянном. Суд учел все обстоятельства дела, в том числе наличие у мужчины двух несовершеннолетних детей. Сегодня в Нижнекамском суде ему вынесли окончательный приговор. Назначим наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства. Меру пресечения в виде РЗФСР и оставить без изменения доступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства уничтожить поступление приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Верховного суда Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения. Яна Чупахина, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.